Наша позиція була однозначна. Ми виступали проти встановлення блокади. Воно не принесло тієї мети, яку декларували. Ми підтримуємо все, що стосується захисту національної безпеки і оборони. І якщо блокада буде потрібна для такого захисту, то ми готові її підтримати. Возвращаться к этому вопросу нужно, но для этого нужно выполнить ряд других действий. Блокада Донбасу помагає послабити агресора. Торгувати з окупантом не можна. Жоп, это знаешь, вот, peace of the peace, чувак, а? Мир во всем мире. Не надо. И пыть бросай. Ты смотришь, как она растет, наливается, и у тебя это получается. Такой думаешь, ой, какое счастье, боже мой. Сереж, иди сюда, она зацвела. Наташ, иди сюда, смотри, а вот тут первая ягодка. И вот так вот мы все время живем. Даже в условиях вот этой блокады, вот этих всех боевых действий, мы так и живем. Четырнадцатый год, когда более или менее перестали стрелять, началось, так скажем, перемирие. Мы начали выезжать в Луганск. У нас другого выхода нет. Абсолютно. Ездить в сторону, опять-таки, Лисичанска, Северодонецка, да, туда. Дороги ужаснейшие. Так, да, тебе придет, да? Иди. Захожу туда. И погнали. Наши городских. Да. Ну, то что, вот это ж сейчас выбираем, да? А время к 6 часам идти на переход, не знаем, пускают, не пускают. К чему еще сегодня прицепятся, скажи, пожалуйста? Да. И... К весу, не к весу, к малине, не малина, что? В банках, не в банках. Ой, я не могу, у меня просто вот прямо... Так, все, все. Пустят. Мы ж не уйдем. Будем настаивать на своем. Это наше. Это не воровано, не куплено, не купи-продай. Не барыги. Упрекают нас в том, что каждый раз вы кормите сепаратистов. Да не кормим мы сепаратистов. Все. Получается, сепаратисты могут кушать 75 килограмм плавленных сырков, а 10 килограмм, 20 килограмм малины они не могут кушать. Они сразу превращаются в сепаратистов, а когда едят колбасу украинскую, они не сепаратисты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда людей? Так, ребята, слушайте, сейчас начнете перестрелять. Классическая ситуация, вечер начинается. Клубника, малина. Малина. Малина не проходит ставку. У меня так запахать. Нет, 10 килограмм. Почему? А, пробу снимать, снимайте. Знаешь почему? Потому что ягоды вообще нельзя. Почему? Ягода не предусмотрена приказом, поэтому... Предусмотрена. Нет. Вы с собой чуть-чуть можете взять. Мы не взяли не. Все. Да. Нет, пропускайте. Выйдите, пожалуйста, к нам. Выйдите, пожалуйста, к нам. Чего вы там сюда спрятались? Выходите сюда. Чего вы прячетесь от меня? Вот, на то, что, можно, да, вот это, да? Можно? Вот он, да, для себя везет? Или кому он везет? Вот кому он попер от этого сыры? Вот, я выращиваю лично. Вот этими руками, с дочкой, семьей. Вот я буду каждый я день сюда ходить, говорю, и каждый день мы, буду... Да, мы ничего едем реализовать, потому что рынка сбыта здесь нет. Я не его могу, я только есть, что не говорю. Было, я не могу. Скажу. Меня, когда я вышел в школу заканчивал, меня учили говорить правду.
Ну как можно, блядь? Вот скажите, вот объясните. Как? Что мне, блядь, делать, а? Вот что мне, блядь, делать? Тихо, тихо. Что, скажите, мне все делать? Тихо. На голову высыпать один, блядь, или что? Тихо. Вот объясните мне, что мне делать с ним, блядь, а? 19-й у нас начинается у всей станицы начинаются большие проблемы, большие неприятности с заработком. Они подрывают вообще всю экономику нашей станицы, реально. Если это блокада, да? Блокада. То пусть эта блокада будет вот, вот вообще блокада. То есть проходят люди с сумочкой. Все. А другого источника дохода у нас нет. Что дальше? Когда ты целый день здесь находишься, ты трудишься, ты на что-то надеешься, а тебе стоят люди и стараются как-то тебя унизить, чем-то оскорбить за твой труд. Ну, становится очень обидно. Очень обидно.